Социальное развитие. Вот оно. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что мы начали последовательно изучать формы движения. Вот мы в самом начале говорили, что вся материя обладает свойством движения. Нет никакой другой материи, кроме движущейся. Все эти разговоры про покой – это все относительно. Никакого покоя нет. Нет ничего, чтобы находилось в покое. Правильно? И если я попрошу вас привести пример того, что находится в покое, вот мы по отношению друг к другу вроде бы в покое, но вот вы моргаете, я уже заметил. Еще вы дышите. Еще у вас сердце бьется и так далее. Это относится и ко мне, это относится. И вы знаете, что у нас молекулярная структура, и все молекулы движутся. Если у нас температура 36,6, это что такое? Это скорость движения молекул. Поэтому всякого. А вы знаете, что молекулы состоят из атомов, а вокруг атомов, а вокруг ядра атомов двигаются электроны. Ну, и современная физика говорит о том, что есть бозоны и фермионы, и более мелкие частицы, а не только нейтроны и протоны в ядре. Короче говоря, если мы пойдем туда вглубь, все кругом движется. Кроме того, мы с вами прекрасно вращаемся вместе с Землей вокруг оси, так, находимся на известной большой карусели. Вот поэтому сейчас можно уже и не делать, раз мы поняли, что все мы на карусели, зачем тогда их и делать? Я даже удивляюсь, почему в магазине карусель хоть бы поставили для детей карусель, раз уж вы так назвали. Нет, не ставят. А кроме того, мы вместе с вами несемся вокруг Солнца, вместе с Землей, да? Ну, короче говоря, если так все вспомнить, голова закружится. Но у нас она не кружится, то есть мы к этому привыкли. Это естественное состояние вообще любой материи. И также двигается все, что есть. И ничего неподвижного нет. Но как определить движение? Это такая проблема логическая даже и философская. Самое простое, как определишь? Самое простое нельзя определить, потому что надо бы его объяснить. А оно самое простое. Самое простое нельзя. Вот материя самая простая, и движение. Вот две категории, они взаимосвязаны. В математике, допустим, если я вас спрошу, что такое точка, вы тоже ведь не скажете. А я знаю, что такое материя и движение. А? Я знаю, что такое материя и движение. Так вы изменения знаете уже. А еще, поэтому тут идет обратный вот подход. Если мы хотим понять, что такое вообще движение, то мы его понимаем через развертывание понятия движения. Сначала становление мы рассматривали. Вы знаете, что такое становление? Мы ведь раньше рассматривали становление сначала. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Да. Вот. Мы рассмотрели становление. И вот это становление нам всякий раз нужно тогда, когда идет какой-нибудь переход от одной формации к другой. Правильно? Или, скажем, вот кто такой? Вы сейчас кто? Журналист в становлении. Да. Вот. Но, возможно, вы и не в становлении, если вы работаете уже журналистом. То вы тогда только дипломированный журналист в становлении. Вы работаете не журналистом сейчас? Нет. Ну вот вы тогда журналист в становлении. То есть некоторые говорят, ты спрашиваешь, журналист? Нет. Как нет? То есть уже это единство бытия и ничто. И есть, и нет. То есть уже журналист, но не вполне журналист. Таким образом. Теперь мы с вами рассматривали следующий этап, другую форму этого движения. Это равенство с собой и неравенство с собой, да, единство – это изменение. И теперь мы переходим к третьей форме. Вот тема наша называется «Социальное развитие». Но прежде чем говорить о социальном развитии, мы рассмотрим вопрос о развитии вообще. Что такое развитие? Ну, это слово вы слышали. Вы слышали и другое, что каждый раз мы начинаем с чего-нибудь известного, потому что все слышали про изменения, вот, все слышали про развитие. Но если я спрошу вас, что такое развитие, вот сможете вы ответить? Это движение. А? Это движение, конечно. Но какое? Но не всякое. Всякое развитие – это движение, но не всякое движение – развитие. Да, да, совершенно верно. То есть развитие – это движение. Вот точное ее определение.
Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот когда мы с таким движением сталкиваемся, а изменение может быть в любую сторону, правильно? Деградация, там, движение к гибели является развитием или нет? Но если речь идет о болезни, то, например, можно говорить о развитии болезни, если она предмет, да? То есть болезнь развивается, а человек, так сказать, при этом чахнет. А если по отношению к человеку, конечно, болезнь по отношению к нему есть его отрицание, и для развития болезни есть, наоборот, угасание, отрицание человека. Вот если мы говорим о развитии, это движение низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят от низшего к высшему, от простого к сложному. Но тогда вроде как получается какое-то третье, которое само движется, а речь идет не о каком-то третьем, которое двигается от простого к сложному, а о движении простого к сложному. Вот движение простого к сложному идет, и это вот движение простого к сложному, низшего к высшему, и называется развитием. Но это только определение. Это только определение. Дело в том, что поскольку в развитии есть и движение, и изменение, и становление, есть в развитии, она же более сложная категория, она включает в себя и изменение, и становление. Включает. Всякое более сложное включает в себя более простое. Почему? По определению сложного. Сложного – это что? Сложное. Это простое. Нет, сложное – это сложенное из простых. То есть само слово нас, в общем, наталкивает на это. Сложное, сложенное из простых. Поэтому вот это сложенное из простых – это сложное. И когда мы говорим уже о развитии, то мы в него включаем и становление, и изменение. Поэтому у нас есть и равенство, и неравенство с собой. Правда, если развивается что-то, то есть и сохранение того, что развивается. Поэтому про развитие говорят, что это движение от себя к себе. Вот если вы развиваетесь, вы от чего движетесь? От себя? Вы же развиваетесь, правда? Вот вы развиваетесь в ходе обучения. Вы от себя двигаетесь. К кому? К себе же и двигаетесь. То есть вы, будучи, так сказать, менее квалифицированные в каких-то областях, в том числе, скажем, философии, становитесь более квалифицированным. Тем самым это движение от себя к себе. То есть тут есть и равенство с собой, это все вы. Но и не равенство с собой. Если вы только равны самой себе, то вы и не развиваетесь. Вот. Теперь второе. Тут есть становление. А становление – это движение от ничто в бытие и одновременно бытия к ничто. То есть движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытие – это возникновение и становление. Это прихождение и возникновение. Единство. Прихождение и возникновение. Поэтому в каждом развитии обязательно есть тенденция, совпадающая с направлением развития, тоже идущая от низшего к высшему, от простого к сложному. И есть тенденция противоположная. Тенденция деградации. Движение сложного к простому, высшего к нижнему, к низшему. И это вытекает из того, что само по себе вот это развитие, это такая категория движения. А? Это момент. Что? Моменты. Ну, прихождение и возникновение – это моменты. Но то, что было моментами, здесь уже в развитии превращается в некую тенденцию. Если есть такие моменты, значит, они, когда во времени рассматриваются, то вот этот момент прихождения, он превращается в тенденцию к прихождению, да? Не знаю, как вы, я лично вот умираю, даже когда я на лекции нахожусь. Я тоже. А? Я тоже. Потому что все умирают. И есть единственный способ не умирать, не родиться. Согласны? Я правильно записала, в развитии есть становление и изменение. И становление, и изменение есть в развитии, да. Поэтому все, что мы говорили про изменение и про становление, мы можем тут применять. Мы и применяем. И отсюда выводим, что есть противоположное. Из того, что есть у нас изменение, мы говорим, что развитие – это движение от себя к себе. А из того, что тут есть становление, мы выводим то, что есть одна тенденция, связанная с прихождением, она называется
регрессивная тенденция, а вторая тенденция, которая связана с возникновением, это тенденция прогрессивная. Поэтому диалектическое понимание развития таково, что развитие идет через борьбу противоположных тенденций. То есть развитие – это не просто движение низшего к высшему, не просто движение простого к сложному, а это движение от низшего к высшему, простого к сложному, через разрешение противоречий, через борьбу противоположных тенденций. Хотя, кроме вот этого истинного понимания развития, есть такие трактовки развития, которые присутствуют в литературе и являются недиалектическими. Например, есть понимание развития как кругового движения. Вот сейчас у нас что? Сейчас у нас весна. После весны будет лето, после лета будет осень, после осени будет зима, и опять наступит весна. И все вернется на круги своя, и будет вот как сейчас, не знаю, что ли, что такое весна. Это борьба лета и зимы, правильно? Зимы. Погода поворачивает на лето, а зима не сдается. И вот сейчас вот зима, вот сейчас вот только что последний день наступила, но на этой же неделе ожидается, что все-таки лето поборет зиму. И вот эта борьба зимы и лета и представляет собой весну. Но поскольку это бывает каждый раз, после того, как целый круг, так сказать, не совсем круг, конечно, совершает, но вот может понимать развитие как круговое движение, и все возвращается на круги своя, и все начинается сначала. Только все начинается сначала, но потом мы как посмотрим, уже новые поколения, новые люди, и тех уже и нету людей, и, в общем-то, для них этого повторения не бывает. Поэтому, хотя и кажется, что это все повторение, но, как говорит диалектика, на самом деле развитие похоже вот такое – на спиралевидное движение. То есть вы как бы возвращаетесь к этому пункту, но уже на другом уровне и с другой амуницией. Поэтому не бывает такого чистого круга. Есть еще одна концепция, которая состоит в том, что вот как бы сначала идет вроде вперед движение, потом она останавливается и идет назад. Потом опять вперед. Потом идет назад. Такое колебательное движение. Все развитие сводится к тому, что то туда, то сюда. Ну, вроде бы как, значит, есть какой-то переключатель, который вот то эту делает тенденцию к движению вперед главной, то противоположную тенденцию к движению назад главной. И они, значит, вот то одна берет вверх. Да. Война – это регресс? Неизвестно. Смотри, зависит от характера войны. Вот война, вот у нас были колониальные империи, правильно? Эти колониальные империи после Второй мировой войны стали освобождаться. То есть развернулись национально-освободительные войны, и народы, которых грабили там, скажем, англичане, французы, они стали освобождаться. Кто освободился? Значит, Китай грабила Япония. Он освободился от японского господства? Война с Японией со стороны Китая прогрессивная, не является регрессом, это прогресс, прогрессивная война. Теперь Вьетнам освободился от французского господства. Только он освободился, пришли американцы и заняли всю территорию Южного Вьетнама. Значит, это прогресс для американцев? А? Нет, так нельзя ставить вопрос. Мы говорим, когда говорим о прогрессе, мы не субъективно ставим вопрос, для кого, а объективно. Освобождение от колониального ига – это прогресс человечества или нет? Да. Вот. Значит, с точки зрения прогресса человечества, вьетнамцы, они выражали линию прогресса, и их национально-освободительная борьба была поддержана. И несмотря на то, что, ну, конечно, Соединенные Штаты Америки крупнее, и, конечно, они богаче, и, конечно, у них вооружение лучше, и что они только не делали, и головы отрезали, и напалмом жгли этих вьетнамцев, но при поддержке Китая, китайские добровольцы там были, и Советского Союза, там наши были средства ПВО, мы сбивали эти американские самолеты, которые как тучами там летали во Вьетнаме. Вьетнам не только освободил, как говорится, защитил северную часть
социалистический Вьетнам, он освободил и Южный Вьетнам, и стал Вьетнам крупной социалистической страной. А почему социалистической? Потому что им другого выхода нету. То есть при капитализме они колонии. Единственный способ перестать быть колониальной страной – это провести борьбу за социализм. И вот социалистический Вьетнам победил капиталистическую, крупнейшую империалистическую державу Соединенные Штаты Америки. Вот исторический факт. Его как-то сейчас стараются об этом не говорить. И хотя всех пугают американцы, они вот могли такие слабенькие страны, как Ирак, подавить, там, Югославию, Ливию, слабенькие, у которых не было никакой своей экономики, потому что в той же самой Ливии там экономика – это нефтедобыча. И эта нефтедобыча велась иностранными монополиями. Они отчисляли деньги. И на эти деньги, в общем, ливийцы жили хорошо. Но это значит, что как только монополии придумают перестать отчислять и прислать сюда самолеты и корабли военные для того, чтобы уничтожить Ливию, она будет уничтожена. Они ее уничтожили. Поэтому это вот понимание этого было и в Китае, который тоже понял, что если они сказать, не проведут социалистическую революцию, они будут колонией. Они все время были колониями. Такая древняя страна, а у них там и философия развивалась. И порох они открыли, и шелк оттуда пошел, правильно? И фарфор из Китая. То есть древние. А Ирак сразу не древняя страна. Туда прилетели американцы, повесили их президента. Что вот называется фашизм на экспорт, потому что это внутри страны, вроде в Америке, они там голосуют, избирают президента, решают все голосованием. А тут какое голосование? Они решили вот тут сейчас нанести удар по Сирии. Сирия – самостоятельная страна. Вот никто не спрашивал, что думает по этому поводу. Сирия, ни с кем они не согласовывали, ни с какой организацией Объединенных Наций, есть Совет Безопасности. Раз – и нанесли удар. Какое спасение от этого? Ну, хорошо, в данном случае вот Россия этому способствует. Лаос есть такая страна. Она боролась с колонизаторами бывшими до 1975 года. В 1975 году там победила социалистическая революция. И вот эти войны, которые предшествовали, тоже прогрессивными были, они освободились от колониальной зависимости. Ну, вот Индия освобождалась от зависимости. От английского владычества. Там, конечно, вот не такая война была. Там они разные формы сопротивления использовались, но они в конце концов избавились. Ну, вы вот, скажем, признаете справедливыми национально-освободительные войны? Признаете, правильно? Поэтому национально-освободительные войны справедливы. Вот, скажем, войны, которые вели индейцев против американцев, были справедливыми, тогда этих индейцев всех почти уничтожили. Всех почти уничтожили, и это было реакционное действие со стороны нынешних Соединенных Штатов. Теперь люди, которые боролись против... Вот была север против юга война в Соединенных Штатах Америки. Как, вы не помните, кто, какая партия возглавляла север, то есть тех, кто боролся против рабовладения в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки же построили свою демократию, как в Греции, как в Риме, на рабовладении. То есть у них как бы образцы такие вот традиционные. Не так вот, как в других странах, а вот настоящая демократия основана на рабовладении. У них это рабовладение было до 1865 года. А у нас рабовладение было вообще в незапамятные времена. И было ли? Вот, по-моему, сказать, когда была Россия, да еще и не было рабовладения. И Россия становилась уже без рабовладения. А вот крепостное право у нас когда? 1861. В каком? 1861 году. То есть у нас уже крепостное право отошло. А в Соединенных Штатах Америки еще рабство было. Поэтому эта страна, вот Соединенные Штаты Америки, она с этой точки зрения отсталая, с точки зрения соблюдения вообще таких, так сказать, норм более прогрессивных, вообще, которые уже в мире есть, она все время отстает. И вот война севера против юга была справедливой, прогрессивной, а с юга были кто? Рабовладельцы юга.
Рабовладельцы юга вели борьбу за сохранение рабовладения. У них была позиция реакционная, война с ними была прогрессивной. Кто в ней победил, север или юг? Север победил. Вот какая партия возглавляла? Там две партии в Соединенных Штатах Америки. Одна республиканская, другая демократическая. Как вы думаете, демократическая партия кого возглавляла? Армия юга или армия севера? А? Нет. Демократическая партия – это была партия рабовладельцев. Вот что интересно. Республиканская партия, которую как-то все время изображают плохой. У нас даже ее в средствах массовой информации не сказано. Такая-сякая, республиканцы, они реакционеры. Республиканцы были партией, которая боролась против рабства. Это вот такие. Ну и гримаса истории выражается в том, что, скажем, а тот, кто вот представлял демократов, Обама, он, так сказать, несет черты, которые характерны для черного населения Америки, да? Хотя он не прямой потомок рабов, но он, у него африканские корни, и это, конечно, так сказать, довольно вот, характерно для истории, как бывает, поворачиваются события. И сейчас они, в общем-то, занимали, а кто нападал на Ливию? На Ливию нападали вот эти самые американцы, при том, что во главе стояла демократическая партия этих всех нападений. Ну вот сейчас пришли республиканцы, и они тоже развязывают по существу войну какую? Реакционную. Как это взять и ударить по другому государству? А теперь они заявляют, что они сейчас нанесут удар по Северной Корее. На каком основании? Да, туда приехали два корабля, которые несут соответствующие ракеты, и вот. Вот у меня в телефоне такое сообщение есть, еще когда его не включишь, что китайцы направили 160 тысяч солдат к границам, на всякий случай. А КНДР в состоянии нанести вот артиллерийские удары, артиллерийские даже удары, которые охватывают половину южной части Китая. Половину Южной Кореи. И они имеют ракеты, которые дотягиваются до военных баз Соединенных Штатов Америки в Японии. Ну и, кроме всего прочего, КНДР – это та страна, которая воевала с американцами за освобождение свое. Американцы хотели весь полуостров захватить, и в этой войне проиграли. Северную Корею поддерживал Советский Союз и Китайская Народная Республика. Китайская Народная Республика направила добровольцев в Корею, а вы разбираетесь, кто кореец, кто китаец. Я думаю, нам трудно будет разобраться с вами. Я был в Корее, потом сделали передачу, я спрашивал в корейском посольстве, в Северной Корее, ну как вам передача? Они говорят, хорошая передача, но музыку взяли китайскую, а не корейскую. То есть там кто-то фильм сделал, поставил музыку, да нет. Значит, Корея воевала с 17 государствами. То есть Соединенные Штаты, как всегда, они целую армаду собрали, и вот эти 17 государств наступали на Корею. Мирный договор не подписан. Как можете вы что-то требовать от КНДР, если вы не подписали с ней мирный договор? Она в состоянии войны. О чем должна думать вот Северная Корея? О том, чтобы ее не проглотили. Какой есть способ сделать так, чтобы ее не проглотили? Только один – создавать ракетно-ядерное оружие. И если она этого не будет делать, с ней поступит так же, как с Ираком и так же, как с Ливией. Ну, только что показали американцы, что они делают со слабыми. Да? Только что. Ну вот, вот на этом примере мы с вами видим, что когда речь идет о войне против реакционных сил, эта война справедливая и прогрессивная. Прогрессивная. Ну вот возьмите даже и мировую войну. Тут там две страны было в этой войне. Мы ее называем Второй мировой, когда мы имеем в виду весь театр войны. А когда мы имеем в виду борьбу советского народа против гитлеровской Германии, против фашистских войск, это какая? Это справедливая война? Справедливая. А у Гитлера какая война? То есть тут вот в этой войне были разные стороны, противоположности. Война – это что такое вообще?
Да. Это вооруженный конфликт. Ну, вооруженный конфликт, это сейчас я вытащу пистолет, а вы автомат. Ну, на международном... И будет у нас вооруженный конфликт. Правильно. Но дело в том, что, я пока я буду со своим там разбираться, а вы сразу раз уже из автомата меня застрелили. Это будет вооруженный конфликт, это не война. Значит, война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. То есть на такие случаи, когда конфликт, вот эти бандиты, вечно они конфликтуют, у них стрелки бывают, соберутся, сначала выпивают, потом выйдут, стреляют друг друга, кого-то убили, потом разбежались, потом их милиция схватила, вроде не за что, потому что они друг друга стреляют. И они потом так продолжают так же и жить. То есть у нас вооруженных конфликтов много. А, ну, скажем, даже был конфликт между Китаем и Советским Союзом на Даманском. Но это не война? Нет. То есть война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Ну, во всяком случае, и война входит тоже в понятие развития, потому что развитие включать в себя может и войны, и революции. А контрреволюция включает в себя развитие? Включает. Почему? Потому что в развитии есть противоположные тенденции. Одно может быть революция, а может быть контрреволюция. В целом развитие есть движение низшего к высшему, простого к сложному, но поскольку есть противоположные тенденции, если это борьба противоположных тенденций, то какая тенденция возьмет верх, это зависит от очень большого числа обстоятельств. И поэтому зарекаться, заранее заговорить, что обязательно вот прогресс победит регресс, нельзя. Более того, вот можно посмотреть на развитие с точки зрения того, что развитие – это борьба нового передового со старым отживающим. Можно так сказать? Так? То есть реакционно имеется в виду, что не просто кто-то плохой. Это реакционный отживающий. А передовое – это новое, так сказать, вот это то новое, которое не просто является по форме новое, оно действительно передовое. Оно соответствует линии развития. Когда новое рождается, оно сильнее старого или слабее? Рождается слабее. Конечно, слабее. А вот в борьбе противоположностей кто побеждает? Слабые или сильные? В борьбе побеждает сильные или слабые? Сильные. Значит, когда новое рождается, оно терпит поражение. Но если оно новое передовое, не просто такое новое, невиданное, неслыханное, а оно действительно передовое, оно в этих поражениях не уничтожается. Оно терпит поражение, и как всякие армии во время поражения учатся на своих поражениях, вот это новое передовое. Где это может быть новое передовое? Где угодно. В журналистике, там, в литературе, в искусстве, в культуре, в науке. Где угодно. В военном деле, в социальном развитии. Вот это новое передовое поначалу терпит поражение, но в этих поражениях оно укрепляется, извлекает уроки из этих поражений и начинает постепенно теснить старое. А потом начинает систематически побеждать. И вот когда оно уже систематически побеждает старое, и нам хочется с вами крикнуть «Ура!», да здравствует новое передовое, появляется новое, новое-новое, которое по отношению к которому вот это наше новое является старым. И оно очень успешно подавляет сначала это новое-новое. И все начинается сначала. Поэтому все эти вот попытки рассматривать развитие такое, что, дескать, мы сейчас поборемся, а потом будет вот такое спокойствие, которое там в многих религиях есть, нирвана. И, так сказать, мы, наконец, упокоимся. Или как в религии считается, что, дескать, вот потом душа ваша упокоится, и моя покой. Нет этого покоя. То есть на самом деле нет покоя, точно так же, как нет покоя, когда мы рассматриваем движение, так и нет покоя в развитии. В развитии всегда совершается борьба противоположностей, и даже обычное изучение связано с этой борьбой. Вам для того, чтобы сюда прийти,
Нужно с собой побороться, поставить задачи, чтобы сюда приехать. И хотя вы, так сказать, в этой борьбе немножко задержались, но вы же пришли сюда, преодолели, правильно? То есть даже вот в таких случаях и то можно сказать, что человек, ну, если он хочет какую-то задачу решить, ему нужно за это побороться. Точно так же, как человек хочет куда-то прийти, ну, он должен, соответственно, встать. А чтобы встать, ему нужно проснуться. А он, может быть, перед этим не выспался или долго работал и так далее. То есть тут все процессы развития, они обязательно связаны с борьбой. Обязательно. И вот эта тема для нас очень важна, потому что это вот тот взгляд, ну, без которого журналистике нечего делать. Потому что здесь вот позиция журналиста. Ну, что должен делать журналист вот с этой точки зрения? Вот вы как журналист, вы должны быть представителем прогрессивной тенденции, правильно? Вот той тенденции к развитию. И поддерживать, как журналист, борьбу с негативными тенденциями. В этом смысле вы должны их раскрывать, скрывать и показывать, значит, прогрессивность там и развитость вот той положительной тенденции. И в этом смысле журналисты, они своим образом, они тоже ведут свою борьбу. Потому что они вот эту борьбу, они формируют общественное мнение, они формируют общественное настроение, они формируют общественное сознание. И поэтому, ну вот журналист не может уподобляться просто, ну вот всякая лужа, над которой я наклонился, она отразит мое лицо. И отразит она правильно. Впрочем, как и любое зеркало, только вот если у меня есть, здесь висит, будет вот здесь, в зеркале, с правой стороны как бы, с другой стороны. То есть журналистика не просто, как вообще в философии, вот нельзя остановиться на фейербаховском созерцательном материализме, который только отражал мир. А у нас задача состоит, в том, чтобы этот мир преобразовывать в интересах развития человека. Так? Или, если быть более точными, то целью должно быть обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие не некоторых, а всех членов общества. Ну и вот руководствуясь этой задачей, мы должны смотреть на все явления, в том числе и на войну, и на революцию, там, и на контрреволюцию с этой позиции развития. Позиция развития, можно сказать, это главная позиция журналиста. Я не уверен, что журналисты, которые, ну, не вполне философски образованы, я не уверен, что они вполне понимают свою роль в этом деле. Ну, вот я лично нахожусь в двойном положении. Я вот главный редактор газеты «Народная правда» и являюсь главным редактором 1996 года, газета российская, общественно-политическая. И ну, мы вполне сознательно вот свою редакционную политику ведем как политику поддержки прогрессивных тенденций в развитии нашего общества. У нас, например, самый большой тираж был 1 000 000 в 2000 году, когда мы решили показать, что есть хорошего в Петербурге. То есть вот очень часто мы, журналисты, копаемся и находим всякие гадости. И на эти гадости справедливо указываем, чтобы их искоренять, правильно, и бороться с ними. Но кроме этого, иногда нужно еще и показать, а что хорошее-то есть? Нельзя же человеку все время показывать, что все плохо, 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 кругом плохо. А есть что-то хорошее или нет? Вот вы сейчас же занимаетесь, это же хорошо. Почему нам не надо показывать, что есть люди, которые не занимаются, а есть люди, которые занимаются. Которые, что бы ни происходило, они все-таки повышают свой уровень, уровень понимания жизни, уровень своей образованности. И это должны делать все люди. Мы не должны это поддерживать, как журналисты. Конечно, должны поддерживать. Ну, понятно, что мы не должны заниматься нравоучением, да? Иногда рассказывают просто о хороших людях, рассказывают их судьбу, рассказывают, как им удалось чего-то достичь. Или показывают, что сколько человек преодолел препятствий для того, чтобы сделать вот это хорошее. Но он преодолел. А есть люди, которые объясняют, почему они это не сделали. Я всегда вам найду 1000 причин, почему это не сделал. И, как говорят, вот есть две категории людей. Одни делают, то есть преодолевают, то есть борются. То есть
они сталкиваются с противоположной тенденцией, не сдаются и берут вверх в конечном итоге. А есть люди, которые объясняют, почему у вас это не получилось. И это можно сделать всегда. Потому что таких причин, почему не получилось, очень много. Ну вот. Какие еще есть тенденции развития? Есть вот тенденция развития такая. Не тенденция, а понятие развития, определение развития. Что, дескать, это вот накопление количественных изменений. Вот такая тенденция, мне кажется, превалировала в плохой литературе в советское время. Ну, например, надо вот если больше хлеба, больше чугуна, больше стали, больше станков, как бы это больше социализм. На самом деле, вот так поставить вопрос, что больше социализма или меньше социализма, можно было в переходный период, потому что был уклад коммунистический, и были другие еще четыре уклада. Поэтому этот самый уклад коммунистический, он расширялся, пока он не занял все общество. Когда он занял все общество, и весь уклад у нас стал коммунистический, то есть была общественная собственность, и, собственно, был коммунизм в первой фазе, уже социализма больше быть не может. Он может быть только более развитым, более глубоким, более наполненным. Но он не может расширяться просто вширь. Поэтому от того, что вы сделаете больше угля там, или стали, совершенно еще не значит, что у вас стал более развитым социализм. То есть надо другие критерии. А вот по цели, если брать производство, что вот производство должно подчиняться задаче обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, да, по этой вот цели можно было определять развитие. Но в 1961 году на 22-м съезде правящий КПСС по итогам доклада, заслушивания доклада первого секретаря Никиты Хрущева было принято решение в программу ввести не эту цель, которая была и в первой программе партии, то, что я вот процитировал фактически, и во второй программе партии. А появилась другая задача, все более полное удовлетворение растущих потребностей советских людей, материальных и духовных потребностей советских людей. На первый взгляд, кажется, почти не отличается, тоже красиво звучит. Но если даже посмотреть историю вопроса, то в свое время эта такая мысль возникала у Плеханова, и Плеханов от нее отказался, когда он еще предложил первый вариант программы РСДРП. Потому что Ленин ему сказал, как, ну, это такую еще экономику и тресты могут дать. Разве современный капитализм не удовлетворяет какие-то потребности? Удовлетворяет. Это во-первых. Во-вторых, что значит удовлетворение потребностей? Потребности бывают позитивные, которые способствуют развитию, и потребности бывают негативные, которые способствуют деградации. Например, потребность там в том, чтобы курить, пить – это слабые наркотики. А у наркоманов самые сильные потребности. Ну и как мы? А мы поставим вопрос о том, чтобы все более полное удовлетворение растущих. У нас так и происходит с наркоманами. Наркоманов сейчас именно все больше. И они все более полно удовлетворяют свои потребности, и все больше умирает их. И у них срок жизни 20 лет, чуть больше. При этом, что такое наркотик? Наркотик – это такое вредное вещество, действие которого состоит в том, чтобы сломить сопротивление действию этого вещества. То есть не в том дело, что оно вредное, а в том, что вы не можете остановиться. То есть тот, кто начинает его употреблять, он уже не может остановиться и людей вывести. Вы попробуйте заставить людей курить бросить. Это немыслимое дело. Пытаются вот их туда, выгоняют их на улицу, говорят там отойди на 15 метров. Им говорят в университете не курить. Поэтому мы видим там у нас около Института философии перерыв. Они, значит, толпятся где-то на улице, там зимой особенно жмутся. И так далее. Ну, уже нету такого, как зайдешь на филфак, а там сидят такие девушки, и так они чинно сидели. Но это же трудно бросить. Или наоборот, очень легко. Говорит, я бросаю, говорит, каждый день по 25 раз. Каждую сигарету я бросаю, а потом снова начинаю. Ну, а водка, мы же тоже знаем, что это уже общепризнано, что это наркотическая болезнь, что если человек попал в белую горячку, вы его остановить не можете. Распадаются семьи. Дети остаются без родителей. Пьяные попадают куда угодно, под железную дорогу. Недавно только пьяный упал у нас в метро, и как раз товарищ его спас. Как тут случилось, так случилось.
счастливым образом его прыгнул, и пояс уже двигался, он успел вытолкнуть его и сам выскочил оттуда. Недавно у нас вот в Ленинградском метро. Вот. Поэтому, и потом удовлетворение потребностей, это вот это удовлетворение того, к чему я стремлюсь. А это нужно к этому стремиться? Тут нет никакой оценки, тут нет от этого критерия. Это развитие или деградация? Ну, хорошо, вот у меня есть потребность съесть. Два обеда я съел, хорошо. Три, уже не совсем хорошо. А четыре, уже, я думаю, уж совсем вредно. То есть не может быть. Некоторые люди не могут остановиться. Потом они начинают всякие программы истощения своего. А потом они, значит, заболевают, потому что их измотали свой организм. То есть совсем другая... Не потребности надо развивать, людей надо развивать. Правильно? Людей в целом. Вот вы должны быть развитым человеком. И не только вы, а еще и я. А еще не только мы с вами, а все члены общества. Поэтому вопрос здесь вот по-крупному стоит именно, не то, во-первых, обеспечение полного благосостояния. То есть, чтобы у вас были все условия для развития. Ну, то не просто условия для развития, надо, чтобы вы еще и развивались. Поэтому не только создание условий для развития должно быть целью, а еще и само развитие. То есть мы не должны, дескать, я вам создал условия, да, вот это, и все, нас меня не волнует. Волнует. То есть надо, чтобы вы еще занимали развитием. То есть общество должно стремиться к развитию всех своих членов. Вот тогда это задача. Если от этой задачи отказалась, вот КПСС, она отказалась, собственно, от того, что составляла прогрессивную сторону социализма. Если этого нет, тогда такой социализм никому не нужен, и он стал разрушаться. И разрушался 30 лет до 1991 года. Да. Вот такая картина. Вот такая картина. Теперь, значит, для того, чтобы наше развитие, наше социальное развитие, чтобы оно осуществлялось, для этого надо снова обратиться к тому, что есть основа этого развития. Основа развития общества – это его производство, экономика. Правильно? Если у вас слабое производство, и в космос вы не сможете отправить корабли, или мало будете отправлять, и защититься вы не сможете, свою независимость защитить, и мирное развитие обеспечить не сможете. Потому что, скажем, вот наличие того же паритета, который был создан в советское время, ну, позволяет нам, в общем, России, при том, что у нее не меньше, чем 2% уровень, удельный вес в мировом ВВП, а у Соединенных Штатов Америки 15%. Тем не менее, так сказать, мирное развитие для России обеспечено вот этим. Поэтому, прежде всего, экономические основы нужны для того, чтобы осуществлялось развитие. Да? Для того, чтобы развивалась медицина, надо строить больницы, надо кормить, упоить врачей, медсестер. А я вот наблюдал такую картину, я был на переподготовке в Москве в 1992 году. И когда начались эти вот события, так сказать, совсем переключалось, заканчивалось перерастание или переход социализма в капитализм. И, ну, я ходил там в больницу Семашко, к себе зубы лечил. И вот я каждый день наблюдал такую картину. Приходит медсестра, на которой, как говорится, кожа, кости и халатик. И она берет салат капустный, капустку и кусочек хлеба. Вот она это съест и пошла дальше работать на целый день. И это такая была грустная картина. Но это тогда была картина, когда у меня данных не было. Сейчас я вот я располагаю данными такого рода, что у нас сейчас картина примерно такая, что наше экономическое развитие ведет к тому, что количество бедных у нас возрастает. У нас бедными считаются в России те, кто получает меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум для работающих у нас 10 с небольшим, ну 10 с половиной. Но это если прожиточный минимум, меньше прожиточного минимума, это же не просто бедные, это умирающие. Если прожиточный минимум, то есть это минимум для того, чтобы прожить. Если у вас не хватает средств на то, чтобы прожить, так вы и не проживете. То есть это люди, предназначенные к умиранию, это по существу своего рода геноцид. В мировой статистике другой критерий отнесения к бедным. Значит, берем шкалу средних доходов, скалу доходов. Есть люди со средним доходом. Половина от этого среднего дохода является чертой, которая
отделяет бедных от небедных. Ну вот, грубо говоря, у нас 37 тысяч сейчас средняя зарплата в России. Пополам. Значит, половина от среднего, это будет 18,5, так? Так 18,5, ниже 18,5, то есть половина от средней, это бедные. А это уже не бедные, которые от этой половины, к верхняя половина, нижняя половина от средней. И вот от 18,5, вот это бедные считаются. А у нас нет, это все не бедные, это уже богатые. А у нас бедные начинают считаться с уровня, когда они начинают вымирать. На сегодняшний день вот этих людей, которые в России получают меньше прожиточного минимума, 19,8 миллиона человек. При этом за прошлый год количество миллионеров долларов у нас выросло на 10%. Количество миллиардеров на 11%. А в этой Европе несчастной понизилось количество долларов миллионеров на 4%. А в мире долларов миллионеров выросло только на 3%. То есть мы обгоняем по числу роста долларов миллионеров в 3 раза, так сказать, все страны мира. Вот картина. У меня следующая пара уже началась. Что сейчас? Следующая пара началась уже. Ага, да, заканчиваем, да, уже все. Так, спасибо. Что, все уже? Да, надо заканчивать. У нас следующая пара должна быть. Сейчас подойдут реклама и связь с обществом. Да, все, заканчиваем на этом, да. А, все? Да, все уже, да, по 9-го закончим.